2500 километров воздушных и кабельных линий, более 1000 трансформаторных подстанций. В зоне ответственности ведущего электросетевого предприятия города обслуживание всего Севастопольского региона. Каски, рабочие спецовки и диэлектрических перчатках на крепких мужских руках. Так мы представляем себе энергетика. Но дело обстоит не только так. В тяжелых трудовых буднях обеспечивают надежное электроснабжение всего города и сотни женщин, не уступающих в профессионализме своим коллегам-мужчинам. В преддверии Международного женского дня съемочная группа телеканала СТВ решила узнать, как проходят рабочие будни представительниц прекрасного пола в такой непростой сфере. Мы привыкли говорить, что энергетика – это мужская профессия, но статистика Севастопольского электросетевого предприятия упрямо доказывает востребованность женщины в этой отрасли. 186 женщин-энергетиков своим ежедневным трудом несут дома Севастополя свет и тепло. Дежурные электромонтеры, подстанции, инженеры, диспетчеры, обходчицы, бухгалтера, экономисты – без них сейчас не обходится ни одно структурное подразделение. Сильные, смелые, уверенные и целеустремленные, но вместе с тем всегда прекрасные, трогательные и очаровательные. Такие они – сотрудники Севастополь-Энерго. Аварийная Севастополь-Энерго. Да, есть ваша заявочка, ожидайте. Бригада уже выехала, будем выяснять, что произошло. Звонок за звонком и так на протяжении всего дня. В таком ритме проходят рабочие будни у инженера оперативно-диспетчерской группы технической дирекции «Севастополь-Энерго». Ее голос уже узнают тысячи севастопольцев. Ответить на каждое обращение, оперативно назначить бригаду, уметь расставлять приоритеты и быстро отреагировать на ситуацию, при этом оставаясь внимательной к каждому потребителю. С такими, казалось бы, непростыми задачами налегке и с улыбкой на лице каждый день справляется Татьяна Клепач. Свой путь «Севастополь-Энерго» она начала в 2013 году, после того, как приехала в Крым и влюбилась в его природу. Походы по самым живописным местам полуострова стали лучшим отдыхом после любимой работы, ведь энергетика для нее дело не только жизни, но и всей семьи. Ну, у меня, получается, и я, и мама, и сыновья все связали свою жизнь с энергетикой. Я люблю свою профессию, работаю с удовольствием, горжусь нашим предприятием. Перед нами стоит большая задача помогать людям, приходить быстрее им на помощь. Вот во время чрезвычайной ситуации тоже пришлось нам в трудное для энергетиков время работать. Работала только по ночным сменам. Старались помочь всем в кратчайшие сроки. У нас коллектив дружный, слаженный. Весь свой опыт, профессионализм отдают все на помощь, на то, чтобы у людей в домах было светло, тепло. Инфраструктура Севастополя развивается бурными темпами. Каждый год к электрическим сетям «Севастополь-Энерго» подключаются десятки новых объектов различного масштаба. Больницы, школы, детские сады, котельные, парки и скверы. Свой вклад в формирование комфортной жизни каждого севастопольца вносит начальник отдела по разработке технических условий Светлана Лукаушкина. Свой путь на предприятие она начала еще в 1989 году. Сразу после института ее приняли в штат «Севастополь-Энерго» на должность инженера. И с мужской, казалось бы, на первый взгляд работой она справляется легко и творчески. На работе Светлана Александровна с миллиметровой точностью выводит сложнейшие схемы подключения объектов к электрическим сетям, а дома создает живописные шедевры, рисуя невероятные портреты и пейзажи для семьи, родных и коллег. Работа, она и техническая, и творческая, и созидательное. То есть в объем нашего отдела входит разработка технических условий для присоединения к электрическим сетям объектов жилого дома, мастерской, магазина, производства. То есть это начиная от 0,5 киловатт и заканчивая большими мегаваттами. То есть процесс творческий, созидательный. Схема мы строим и добавляем нам, нашему предприятию, условных единиц, чтобы вот вся система эта развивалась, город развивался, сети обновлялись. Ну вот, собственно, в этом наша и задача. Я очень горжусь и очень довольна, что я посвятила жизнь, в общем-то, энергетике. Связала свою жизнь не с одной, а сразу с двумя точными науками и Татьяна Рыбакова, инженер-химик производственно-испытательной лаборатории. В ее химико-энергетическом царстве правят контроль, точность и полная дисциплина. Ежедневно тут происходит один из важных процессов – проверка трансформаторного масла, от качества которого зависит бесперебойная подача электричества и стабильная работа оборудования. Процесс сложный, кропотливый, требующий постоянного внимания и учета новых параметров. Но для хрупкой женщины все эти задачи не просто работа, а настоящее призвание.
Нравится то, что работаю на очень современном, точном оборудовании. Каждый процесс он требует особого внимания, сосредоточенности. Каждая цифра должна быть проанализирована, и полученный результат должен соответствовать полностью заявленным требованиям. Ни в коем случае нельзя допустить какие-то ошибки, потому что это связано с работой серьезного, дорогостоящего оборудования, так как мы обеспечиваем непрерывное электроснабжение нашего города. Следят за подачей надежного энергоснабжения в частные дома севастопольцев электромонтеры отдела технического контроля службы учета электрической энергии «Севастополь-Энерго». Ежедневно, ранним утром специалисты этого подразделения получают план работ на день и направляются к потребителям, чтобы провести проверки и технический осмотр установленных приборов учета. Именно за этой работой 7 лет назад свела жизнь двух женщин-электромонтеров «Севастополь-Энерго» – Светлану Смирнову и Наталью Архипову. Женщины считают, что секрет успеха и продолжительного стажа в энергетике прост. Главное, чтобы работа нравилась и была интересной. Работа очень интересная. Каждый день новая, на свежем воздухе. Живое общение с людьми. Многие из потребителей в дальнейшем становятся нашими добрыми друзьями. Да, как мы отвечаем потребителям, которые переживают за то, что мы в дождь и в снег ходим по улице, как же вы ходите, бедненькие такие. Мы говорим, что мы зато доживем до 100 лет. Что целыми днями на свежем воздухе и вообще как бы общение с людьми, в общем. И в движении. Да, очень так это интересно. Талантливые каждая в своем деле, умелые специалисты и настоящие труженицы. Такие они, женщины-энергетики. Своим примером и достижениями они еще раз доказывают. Для прекрасной половины человечества нет никаких преград в любой, даже самой сложной и точной профессии. И, конечно, в преддверии Международного женского дня мужская половина коллектива поздравляет женщин с праздником. Поздравляем вас 8 марта. Желаю вам счастья, благополучия, здоровья, всего самого лучшего. Чтобы у вас в жизни было все хорошо, весело, радостно. Мы вас очень любим. Вы очень у нас красивые на предприятии, понимающие, знающие. Будьте счастливы и здоровы. Любимые матери, сестры, жены и дочери, ваша нежность, любовь, забота и мудрость помогают пережить любые невзгоды. Спасибо вам за это. Мы вас любим и ценим. С праздником! На нашем предприятии работают самые талантливые, умные, обаятельные девушки. Своей теплотой и любовью вы даете нам силу на новые подвиги. Желаю крепкого здоровья, светлого дня, такого же светлого, как мы даем свет вам в дома. На нашем предприятии «Севастополь-Энерго» работают самые энергичные и красивые женщины. С праздником вас, дорогие женщины! Любите и будьте любимы! Женщины-энергетики в нашей жизни несут свет и тепло не только на работе, а еще и дома. Дорогие наши, с праздником вас, с 8 марта!